Морской парад на Кронштадтском рейде открывает корабельная ударная группа из состава прославленной краснознаменной ордена Нахимова первой степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Возглавляет парадный строй гвардейский ракетный катер «Чувашия» проекта «Молния» из состава 1-го гвардейского дивизиона ракетных катеров. Командир корабля – капитан 3-го ранга Артем Старков. Смотри, там который представляет новое поколение ракетных кораблей военно-морского флота. Командир корабля, капитан 3-го ранга Петр Люшин. Корабль оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия с вертикальными пусковыми установками «Калибр», позволяющими наносить удары крылатыми ракетами как по морским, так и по наземным целям. На борту имеется зенитно-ракетный комплекс, а также 100-миллиметровая артиллерийская установка. Так там много еще поедет. Да, посмотри, сколько всего. В июне корабли успешно решили задачи по вскрытию деятельности ВМС НАТО в ходе учений на Балтийском море. Совместно с другими кораблями Балтийского флота надежно обеспечили безопасность с морских направлений в районе Санкт-Петербурга и Калининграда в Петербургском судостроительном заводе «Северный Амур». В парадном строю корвет «Бойки», командир корабля капитанского ранга Роман Бакалов и фрегат адмирал флота Советского Союза Горшков, командир корабля капитан первого ранга Игорь Трахман. Большой противолодочный корабль «Североморск», командир корабля, капитан первого ранга Анатолий Кожуров. Командует тактической группой капитан первого ранга Андрей Клименко. Корабли вооружены высокоточными ракетными комплексами «Калибр» и «Оникс» с возможностью поражения как морских, так и береговых целей. Оснащены зенитно-ракетными комплексами «Полимент Редут», имеют мощное артиллерийское и минно-торпедное вооружение. Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» выполнял задачи боевой службы в Северной Атлантике, Средиземном и Аравийском морях, в Индийском океане в составе корабельной авианосной группы Северного флота, в восточной части Средиземного моря участвовал в военной операции в Сирийской Арабской Республике. Сейчас будет катер, мам, смотри. Прямо сейчас в небе Балтики формируется парадный строй морской авиации, который через считанные минуты пройдет над Санкт-Петербургом. Воздушные суда от сверхманевренных палубных истребителей, артиллерии морской обороны Ленинграда. Второй десантный корабль этой серии «Петр Моргунов» в мае 2018 года спущен на воду на судостроительном заводе «Янтарь». Корабли этих проектов способны обеспечить транспортировку и высадку морского десанта, действуя в дальней и ближней морских зонах, а также осуществлять переходы внутренними водными путями. Иван Грин имеет достаточно образования и поддержки десанта. Эти подводные лодки являются основным оружием для борьбы с крупными корабельными и авианосно-ударными соединениями противника. Убийцы авианосцев и крестины в флоте. Материал точного попадания гранитного авианосца.
воздушная часть парада. Открывает воздушная часть парада. Группа корабельного дозирования в составе вертолета раннего радиолокационного дозора. И военно-морского флота группа противолодочных вертолетов К-27. Санкт-Петербурга транспортные боевые вертолеты морской штурмовой авиации К-29. Ведущий группы подполковник Андрей Федонов. Продолжают показ вертолетной техники многоцелевые транспортно-боевые вертолеты Ми-8 НКВ-5-1. Ведущий группы